короче. Почему никого нету? Hello. Всем hello. Блин, вот вас здесь так много. А почему, когда я фото выставляю или видео, все люди куда-то исчезают? А тут прям за секунду вон сколько. Также комментарии пописали. Это вообще мало комментариев. Блин, что я натворила, вы не представляете. Я, короче, жутко болела. У меня была сильная температура. Мне ломила кости. Ко мне прилетела мама. Но это не суть. Я уже выздоровела. Но я сейчас зашла в прямой эфир. Чувствую, что хочу покашлять. А здесь звук не выключишь. А мне надо покашлять. Кашляю, как мужик. Блин, как будто я на проклятую... Где работаю? В шахте. Это все руда. Вот. Блин, ну очень хочу кашлять. Это ужасно. Буду терпеть. Так. Блин, ну не представляете, сейчас что внутри переживаю. На самом деле это эмоционально тяжело. О, когда смеешься, еще как-то легче становится. Придется все время смеяться с вами. Так, что-то у меня спина зачем. Сейчас я вам начну жаловаться на свое здоровье. Так, не терпи. Так, выздоровели, спасибо большое. Но мне уже намного лучше. Мне не было, некогда было болеть. Что у меня под глазом? Что у меня под глазом? Фингал, конечно. Что еще может быть под глазом? Да нет, это карандашик. Вот просто чуть-чуть уже подустал. Поплыл вниз. Старенький, утренний. Так, что вы несете, блин? Да здравствует туберкулез. Вообще туберкулез это любимый герой ремарка, не мой. Так, что там еще? Мы все готовы? Нет. Вы готовы, дети? Что? Я не слышу. Не могу себе такое позволить, потому что кто-нибудь полюбас, знаю я вас, хитрецов, сделаете видео нарезку, и буду я там как Сашка чихать. Я так не хочу. Ну, это сейчас не от души было, скажу искренне. Так, что-то у меня здесь как будто совсем волос нету, надо лежать тоже красиво, будто у меня волос много. Ну, сейчас перебор получился с объемом. Валера общается с тобой? Да. Мы с Валерой нормально общаемся. Мы поумнели, может быть, не знаю. В том смысле, что нам надо общаться друг с другом. Хотим мы этого или нет. Очень красиво, спасибо. Очень приятно. Правда, тут я с фильтром киски, но все равно. Кто мне предложит вискас? Так, я кот Борис или... Какие там еще коты были в рекламе? Даже не помню. Ростов, привет. Ты не ревнуешь Валеру? Нет. Кстати, нет. Я вчера смотрела, как он в бочке сидит с девочкой. Ну, анонс. Они так подходят друг к другу. У них прям внешность такая... Похожи они друг на друга. Вот эти носы, картошечка, такие щечки. Вот. Феликс кот. Ну, Феликс... Феликс, он мужчина... Ну, нет. А, кот Борис тоже мужчина. Не подходит этот аргумент. Хотела сказать, что Феликс кот не подходит, так как он мужчина. А мой выбор пал на кота Бориса. А он ведь тоже не девочка. Отвернись на дом. Да не, я не хочу уже на дом. Все, моя песня спета. Куда я и так там очень много провела. Ребят, там сложно. Там сложно на самом деле долго находиться. Когда ты уже очень долго, и тем более, когда у тебя появляется семья, когда все эти темы разбираются. У тебя уже не какие-то там, блин, ну, знаете, легкие темы, что ли, которые не так глубоко могут тебя ранить. Уже что-то такое серьезное.
И ты должен выслушивать всех и жить под таким гнетом все время от кого-то зависеть. Но это не по мне. Я такая свободолюбивая. Я бы никогда с острова не убежала, если бы... Я тогда первый раз почувствовала себя очень такой замкнутым в пространстве. Я так не хотела бы. Вот. Поэтому как-то так. Что вам еще? Пойдешь на к свадьбу к Черному? Я не знаю, мы там чуть-чуть как бы повздорили. Если пригласят, то схожу, конечно. Вот. А так, не знаю. Ну, в принципе, мне без разницы. Это не намек. Хочу быть такой же красивой. Ой, блин, ребят, спасибо большое. Мне очень-очень приятно. Я, правда, стараюсь за собой ухаживать, любить себя. Радовать, несмотря ни на что. Батечка уже спит с мамой моей в комнате. Как считаешь, все мужчины изменяют? Черт его знает, не знаю. Я не могу дать точный ответ, к сожалению. Мне кажется, ну, может, я фантазерка, сказочница. Хотя, да может, изменяют, просто надо делать так, чтобы никто ничего не знал. Может, и все изменяют, и женщины, и мужчины, черт. Может, так надо жить. Я не знаю на этот вопрос ответ. Мне то, что у меня было недавно, у меня такое было первый раз. Я, честно говоря, не хочу делать вывод, что все так живут, и что это норма. Мне бы не хотелось в это верить. Давайте о чем-нибудь веселеньком. Очень стала хорошенькая, спасибо. У меня просто настроение хорошее, поэтому. Иногда бывает такое угрюмое настроение, так вот сразу какой-то злая становишься. Ты самая классная была на проекте. Ну ладно, так всем говорят. Но не, ну хотя нет, почему? У всех свои. Скучно стало, в эфир зашла. Ну, лишь... Ну, просто я выздоровела, хотела с вами поболтать. Что ела сегодня? Кстати, вот все эти дни я вообще ничего не ела. Практически, потому что я болела, но мне как-то плохо было. Не лезло ничего. А сегодня я съела очень много. Но я очень много съела как-то там на завтрак. Как слониха прям, реально. Мне кажется, что даже ни одна слониха бы со мной посоревновалась. Я прям знатно позавтракала. Так, что еще? А у меня сегодня вот новый цвет помады. Ну, не помада, а как-то по-новому сегодня накрасила губы. Может, не сильно заметно. Стала меньше розового оттенка. Ну, не суть. Вообще не знаю, к чему я это сказала. Так, привет, привет, привет. Как Бетка? У меня сынок Марк. Привет, сын, вашему сыночку Марку. Моя Бетчика, хорошо, спасибо. Что-то кушать захотелось. Что? Ой, фу, блин. Я нечаянно своим толстым вот этим пальцем задела экран. И знаете, что было? Типа эфир приостановлен. Я так испугалась. Думаю, неужели сейчас опять выкинет из эфира и ничего не сохранится? Все время выкидывает меня из эфира, зарядка садится. Это уже как закон. Так, убрать масочку. Давайте уберу масочку, но ненадолго. Она меня почему-то так кайфует, что все равно хочется остаться с масочкой. Привет, привет, Диана. Дочка шалит. Ну да, она смешная. Она хорошенькая очень. Что купила? Почему вы разошлись с Валеркой? Даже не знаю. Не хочу говорить об этом. Разошлись и разошлись. Я считаю, что это хорошо, что так произошло. Я рада. Я правда рада. Мне стало легче жить. Мне как будто вот крылья появились реально. Блин.
Так, моя дочурка красавица уже спит. Блин, а где мой второй телефон? А, вот он. Вот он, мой хороший, дорогой телефон. Красивый мейк, спасибо, я бы сама делала. Тат, что будешь дарить родным на Новый год? Блин, я даже не знаю, если честно. Думаю, что к этому вопросу вернусь в январе. Но я очень бы хотела. Блин, я не знаю, тут как бы сложный вопрос. Тут мне надо либо с родственниками, ну, с моими ближайшими любимыми поехать отдыхать, я бы хотела такой сделать подарок. Блин, либо уехать прям в Африку на сафари. Тоже хочу. Не знаю, сложный выбор. Но я очень хочу. Я не говорю, что это 100% будет, но мне бы очень хотелось. Ну, в принципе, ничего сложного там такого прям нет. Главное, чтобы кто-то помог с бойчиками. А Бетти будет сидеть с вами в самую новогоднюю ночь. Я даже не знаю, как я буду праздновать эту новогоднюю ночь, как мы будем праздновать. Потому что вообще, в принципе, мы всегда дома праздновали. Мне кажется, это очень домашний праздник. Но я имею в виду либо где-то за городом, либо куда-то уехать, либо дома. Так, Валера общается с дочкой. Ну, он на Сейшелах, когда был в Москве, виделся с ней. Но, честно, маловато. Скажи, что за помада? Здесь будет очень сложно, потому что здесь я растушевала карандаш, потом намазала еще такой помадой карандашом специальной, вообще другой. И потом сверху еще другой помадой, которая такая самая светлая, с блесточками. И получился вот такой эффект. Что там еще вам сказать? Петечка уже спит, да. Блин, у меня так телефон уже... У меня уже рука устала держать. Короче, что я вам хотела сказать. Там я выставила пост про свои волосы. И, короче, пожалуйста, подпишитесь к Наре и посмотрите, где я была темненькой. Короче, прочитайте последний пост, вы увидите там, что я написала. Если вас много наберется, к ней подпишется, то я реально перекрашусь в темный цвет. Просто мне хочется попробовать. Мне кажется, может быть, мне и круто будет. Но я бы не хотела, конечно. Блин, что за фигня? Походу, удалилась. А, нет, все нормально. Так, сейчас подождите. Блин, у меня сейчас рука отвалится. Это вообще пипец, как накачаться можно. Лучше бы что-то полезное так делала, блин. Как телефон держала. Так, приветик. Так, короче, приходится сейчас... писать и говорить. Секундочку, извините. Так. Плохие отзывы не читают. Вот смотрите, в принципе, это логично, то, что я не читаю плохие отзывы. Я неоднократно это говорила, но еще раз повторюсь. Почему не обращаю внимания на плохое? Ну, очень-очень-очень редко. Практически никогда, я бы даже сказала. Нет смысла отвечать ни на что плохое, так как зачем себе трепать нервную систему и доставлять удовольствие людям, которые это пишут. Я же понимаю, что человек просто так не будет тратить свое время писать вот такие тексты ужасных сообщений, проклятий или просто жесткого... унижение просто так не будет вкладывать в эту душу. И ему очень хочется получить ответную реакцию. Поэтому не хотелось бы обращать внимание на такое плохое. Хочется обращать внимание на хорошее. И есть очень много людей, которые пишут мне приятные вещи,
которые меня любят, которые меня ценят, которым я нравлюсь, и я лучше потрачу свое время на общение с ними и знаю, что здесь в этом общении присутствует теплая энергетика и теплый посыл, а не злость и ненависть. Правильно говорю? Но это мне так кажется. Потому что иначе, когда ты... Ну, мне вот не хотелось бы говорить такое слово, обретаешь там какую-то популярность. Ну, более-менее, если начинаешь ее приобретать, то, конечно, приходится мириться со всеми мнениями. Это не всегда приятно, но дабы нужно быть сильным, чтобы это все пропускать мимо ушей, чтобы все равно верить в себя и понимать, что ты лучший. Все остальное позади. Что за цвет волос у меня? Я покрасилась абсолютно недавно. Сделали мне растяжку. Я сейчас выставила видео Нары. Это кто мне делает волосы, наращивает, красит и все, и все. Я вообще обожаю это место. Я все время туда хожу. Там шикарное обслуживание. И, блин, я вообще довольна голливудским наращиванием. Честно, девочки, для меня это лучший способ, который я нашла. Блин, у меня реально как синячок под глазом, надо подтереть немножко. Угу. Лучше не стало, ну ладно. Как ухаживать за кожей? Ну, честно говоря, я вам посоветовала бы. Я вот пользуюсь, я хожу, я потом выставлю пост косметолога, все никак, девочки, не доходят мои руки, мне даже перед ней уже стыдно, обязательно надо выставить пост, ее зовут Камила, я в восторге от этой девушки, правда, я уже к ней давно хожу, она шикарная. Она делает мне биорепарацию, ничего такого, все вот говорят, что у меня какие-то пластические операции бешеные, но давайте будем честными, если бы у меня были какие-то пластические операции, вы бы видели бы меня, были бы скрины, я была на, там, не знаю, на каких-нибудь перевязках, еще на чем-нибудь, ничего такого нету у меня, как не было бы даже груди, так и нету, даже грудь у меня не сделана. А я делаю вот эти вот у нее инъекции, биорепарацию, еще... Что мы еще у нее делали? Губы. И я когда ударилась в торговом центре, подколола себе носик. Никакой операции у меня нет. Все подредактировано очень аккуратно, очень в меру, очень правильно. Так, что вам еще сказать? Подожди, не надо тут ответить. Ну почему мне все именно звонят, когда мне надо куда-то это отойти? Блин, просто позвонили на телефон, терпеть не могу, когда я в прямом эфире кто-то звонит. Все время тогда приостанавливаться. Тата, привет, братска, привет, привет. Так, короче, ребят, я сейчас выйду. Я вас очень люблю. Я вас очень прошу, не теряйте активность, потому что я тоже понимаю, что безответственно отношусь, редко выхожу, кстати, на связь. Вот тоже у меня есть такая ошибка, мало с вами общаюсь. До сих пор не могу определиться, что у меня за контент. Секси-мамы или просто мамы, или вообще фиг пойми чего. Это моя проблема. Давайте поможем друг другу разобраться. Вот вообще, чтобы вам было больше всего интересно узнавать на моей страничке. И что еще? Еще обязательно отреагируйте на мой последний пост про Нару, про волосы. Я там, во-первых, сегодня старалась это видео записывала. Поэтому очень бы хотела, чтобы вы все это
посмотрели, прокомментировали. Мне очень важно, я вас очень прошу. Вот значит 600 человек, что как минимум 600 это все. Левая рука устала. А я, короче, сейчас убрала телефон в правую руку. И мне стало легче. Я уже потеряла, блин, 500 человек. Сколько? Так. Не лайкайте специально. Так, ну все, ладно. Раз уже все ушли, покинули нас, я тоже тогда уйду. Я вас целую. Или опять мы набираем обороты. Черт пойми, блин, что делать. Ладно, все, я пошла. Нет, блин, почему теперь растут? Что делать? Уходить или не уходить? Вот в чем вопрос. Короче, не знаю, сложно. Может, попозже зайти? Ладно, я сейчас посмотрю, короче, как вы отреагируете на последний пост Нары. Если все будет хорошо, я еще раз зайду в прямой эфир. Хорошо? Договорились с вами. Все, я вас целую. Пока-пока-пока.